kalpten salamlayıram. Azerbaycan'a hoş geldiniz. Biz sizin gelişinizi çok uzun müddettir ki sabırsızlıkla gözlüyorduk. Государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кемал Абдуллаев встретился с участниками зимней школы мультикультурализма. Он рассказал студентам об исторически сложившихся традициях мультикультурализма в стране и выразил уверенность в том, что в рамках программы молодые люди смогут ощутить это. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев, объявив 2016 год годом мультикультурализма, послал всему миру мессаж. Этим он назвал этот год годом милосердия, сострадания и доброй воли. Академик также выразил надежду на то, что после завершения зимней школы отношения студентов с Азербайджаном активизируются, и страна огней станет родной для них, а неуемный интерес со временем перерастет в любовь к Азербайджану. На встрече была презентована книга «Литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма». Ее издателем является Бакинский международный центр мультикультурализма. В ней собраны отрывки из сочинений и книг азербайджанских писателей и поэтов, отражающие толерантность нашего народа. На встрече выступил главный редактор издательства «Художественная литература» профессор Георгий Пряхин, приехавший в Азербайджан для участия в зимней школе. Он назвал объявление 2016 года годом мультикультурализма в Азербайджане смелым шагом и дальновидной политикой руководства страны. Меня больше всего порадовало, что в этом зале битком было студентов разных национальностей, из разных мест, из разных стран. В том числе из с моей родины. Я пообщался с девушками из Екатеринбурга, одаренные, талантливые. Мне понравилось, что они сидели вместе, что они разговаривали вместе, болтали вместе, что они дружат, обмениваются телефонами. Трудно верить в дружбу народов как таковую, когда особенно она ниспослана свыше. А вот дружба отдельных людей, она действительно способна перерасти в дружбу народов. Присутствующие руководители и члены национальных общин Азербайджана отметили, что мультикультурализм здесь имеет глубокие корни. Трепетное и бережное отношение к мультикультуральным ценностям поистине стало специфическим качеством, присущим азербайджанской ментальности на протяжении многих столетий. Такого толерантности, такого взаимопонимания, как в Азербайджане, такой дружбы между нациями, да, ни в одной республике его нету. И ни в одной республике столько и наций нет, сколько у нас, да. У нас очень дружно все народы между собой живут. И мы, даже если называемся лезгинами, но мы азербайджанские лезгины, мы наша родина, мы здесь родились, мы здесь обосновались. Школа продолжит свою работу в течение предстоящих дней. Участников еще ждет много встреч и дискуссий с видными общественными деятелями и признанными местными и зарубежными специалистами.